а мне тут жить осталось, нет, нихуя, там пиздец, все. Мы стоим, вон, блядь, дорога. Да хватит, ты что говоришь такое? Да ничего, короче, шла наступление, нахуй, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас хуй отводить хотят. Сказали, стоять до последних, ребят. Мобиков, блядь, это оружие пакетами, блядь. Пакетами, представляешь, не по одному человеку, в неделю. 17 человек в день. Пиздец какой-то. Хватит, хватит, ты чего говоришь-то? Ничего. Ты думаешь, ты что, блядь, мне весело, что ли? Я никак ровно, блядь, сидит. Да не весело, я просто... Наши же закрывали, ну все, блядь. Неправильно, они корректировки не ввели. Все поразъебали у нас. Наши же, блядь. Ничего нету, блядь, весь все сырые, грязные, блядь. В одежде нету, как многие ебут. Воду третий день вообще не привозят, воды вообще нету. Офицеры мобилизованные, блядь, он, блядь, жизнь, блядь, прорал, работал. И меня глазами хлопает, смотрит. Элеватор плотный, вот вчера. Ну вчера, вот, блядь, элеватор, блядь, надо элеватор брать, блядь. Я как убрать от пулемета, нахуй? Вот команда была брать, ну, нахуй, блядь, 17 человек сразу положили мобилизованных. Только встали с поля, нахуй. Пока мы их обратно тащили, с наметами откидали, нахуй. Повернулись, а его и нету нихуя, он уже въебал вперед нас, нахуй, на километр назад, нахуй.